В республике дан старт весенней эстраде. Аграрии посеяли более 1500 гектаров. Сейчас работы только набирают обороты. С инспекцией на поля хозяйств сегодня отправился глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. После небольшой паузы из-за проливных дождей аграрии южных районов вновь приступили к севу. В хозяйстве «Исток» работы планируют завершить не позже середины мая, если, конечно, погода не подведет. Видите, техника вся на полях шумит, настроение рабочих отличное. Кормим горячим обедом и ужином два раза в день. Ну, рабочий народ, еще раз говорю, настроен на все. Для работы все имеется, техника в исправном состоянии. К работе на полях уже приступили большинство хозяйств Яльчикского района. Сельхозпредприятие «Победа» в этом году значительно увеличивает площади посева зерновых культур. Неплохую прибыль аграриям сейчас приносят и животноводческие комплексы. На дои молока увеличиваются. Мы с одной коровы доим 24 литра, на условную голову 24, а за сутки. Без молока финансов не будет. Зарплату хотим еще увеличить, чтобы у нас мы жили достатки, чтобы жил народ, чтобы радовался, жил в этой жизни. А в этом хозяйстве делают ставку на овощные культуры и картофель. Продукцию реализуют во многие регионы страны. Большой спрос в мегаполисах. Мы в этом году планируем посадить картофели 140 гектаров, овощей 50. Из них получается 20 гектаров – это морковь, 20 гектаров – свекла столовая и 10 гектаров – капусты. На данный момент у нас идет посадка картофеля сорта «Гала» второй репродукции и параллельно сеем еще морковь. Чтобы получать стабильно высокие всходы, аграрии сеют только элитные семена. В этом убедился и глава региона. Посмотрите, как выглядит, это ровно. Очень устойчив к вирусам. Да, это очень бывший ГДРский сорт, он «Гала», да, с Балтики. Проинспектировать ход работ в хозяйстве «Комсомольские овощи» приехал не только Михаил Игнатьев. Оценку аграриям республики дадут и эксперты из Москвы. Чувашия начала показывать сейчас то, что нужно. И, конечно, надежда, что вот вместе с министром и «Слава картофеля» доведете до все, да, министром всем совсем, «Слава картофеля» с директором министра доведете до, ну как, те темпы, которые прошлогодние были. Пока весенний сев начался только в 6 муниципалитетах. По прогнозам, в ближайшие дни в поля выйдут аграрии всего региона. Передовые хозяйства сейчас готовы работать и круглые сутки. По системе GPS сегодня огрехов не будет, потому что через автоматический, как бы сказать, режим управления трактором сегодня практически брака тоже не будет. Все точки зрения, они абсолютно правильно думают. Мы это только поддерживаем, приветствуем. А так, все настроены на работу, никаких споров, конфликтов нет. На 100% обеспечены хозяйства сегодня и семенами, и материальными ценностями. У них вообще проблем нет. Планы не изменились. В этом году в республике намерены засеять порядка 600 тысяч гектаров. Если позволит погода, то работы будет возможно завершить и за 2 недели. Главное – не сбавлять темпов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.